Вот о ком писали все газеты. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. Да, а? Чего же, стаконяку заблудил на Савеловской? Нет, стаконяку заблудил. Ага, купил, да? А, опять виноградный день, блядь, ёпт твой. Ну, скажи мне, вот сегодня воскресенье. Только не говори, что тебя выписали. Блядь. И справку дали. Нет. Отказ написал. Нет. Выписали, воскресенье. А все, сегодняшний день рабочий, у них завтра выходной. А. Выписки все, да? Конечно. Ну, хоть немного, как ты себя чувствуешь? По сравнению с тем, как я попал туда. Ну, видно, что у тебя хотя бы мозги сейчас немножко разговариваешь нормально. Нихуя себе. Ну, не сбухивайся, за тебя переживают люди. Ёпперс, это космос. Санька, слушай, наверное. Что? Я, наверное, не бухаю. Я не бухаю уже 130 дней. Ебать того. Представляешь? Нет, не представляю. А где черный? Короче, со мной кружился. Ну, я говорю, где маэстро? Он говорит, там. И он пошел как бы к тебе и пропал. Ну, это мы сейчас ему позвоним. А эти тебя снимали? Антон приезжал? Не? Один какой-то снимал меня. Я понял. Вот так вот. Буквально. Что, ну, вроде более-менее чистый, не вонючий, ё-моё. Что ты дальше-то думаешь над собой? Ты что думаешь? Саш, заебался бухать. Ну, есть у меня место, вот, можно там, не знаю, ну, недельки две попробовать. Там, короче, нерабочий дом. У чувака в Лобне. Там у него куры, гуси, утки, кролики. Вот. Ты не ухаживать за ними. Ну, там, блядь, он попросит там что-нибудь, блядь, дорожки подмести, там что-нибудь жрать приготовить, там вы вчетвером будете. На всех пожрать приготовить, там сигареты есть, жрачки, там колбаса, мясо, вся херня есть. Можно с ним поговорить. Ну, это как вариант, я тебя накидываю. Я понял. А, что-то не будешь же всю жизнь на улице. Одна поездка есть. Да нахуй она мне нужна, у меня есть, оставь. Кому-нибудь бедолагам отдашь. Чего ты, жрать хочешь? Нет, сэр. Нет? Я даже вот... То, что ты мне принял, да. Вчера передачку тебе передали? Ну, девчонка какая-то. Да, да. Короче, я получу. Я этот сок прям сгорал, не отрываясь, какого ебала нахуй. Вы сами говорят, хоть бы, блядь, ну, палать, хоть бы оставил бы что-нибудь. А один там лежит. Он говорит, ты, говорит, посмотри, стакан принеси, он тебе все отдаст. А мне денег скинули вчера, донат пришел, на тебя именно. Вот что теперь с ними делать? На пропой тебе их отдать? Нет, Саша. Знаешь как? Я хотел к тебе ехать, сигарет, думаю, опять в чай заверну. Короче. Туда-сюда. Что такое, Саша? Денег сколько? 1700. 1700 переслали? Да. Короче, Сашка, не знаю, как хочешь, распоряжайся. Я их растяну чисто тебе на еду, на сигареты. Каждый день буду тебя видеть, каждый день. Так, я, для меня, как говорится, на еду не надо, на сигареты не надо. Как ты себя видишь? Поедешь в какой-нибудь дом инвалидов, я не знаю, куда? Если только так. Но это... Или ты хочешь сдохнуть здесь, как все предшественники наши? Саш, я тоже... Пока трезвый, может, попытаешься позвонить сестре, что-то порешать. Бля, вчера я с ней разговаривал. Короче, до слез. И меня довела, блядь, я ж чувствую, блядь, глаза, блядь, набухли, блядь. Сейчас еще пару слов скажет, блядь, если бы, блядь, расплачься. Короче, тупо облажу. Сай, короче, распоряжайся с деньгами. Ну, они твои, они никуда не пропадут. Они не мои. Просто они твои. Тебе переслали с Голландии 1700. С Голландии тебе, блядь, урод, блядь, переслали нахуй.
Да, я хотел сегодня ехать к тебе с Черным и еще с одной подписчицей. Но там не стали держать. Или знаешь куда? Мне уже сообщили, что ты здесь. И знаешь куда? Или бы оттуда увезли меня в Лобню. Ну. На СССР, как, короче, как в ПКТ. Как здесь отдельная камера. На 4-5 человек, блядь. Я ебал. Главарь пришел. Я говорю, блядь, я завтра не умру. Он говорит, нет. Я говорю, да, убью. Пойдем присядем, покурим. Ноги как? Немножко опухоль хоть спала? Не, опухоль спала. Что тебе там? Внутривенные какие? Кололи, нет? Ой, бля. В принципе, прыщили нормально. Нормально. Ну, ты понимаешь, да, движухи? Это до утра. Утром ты опять будешь грязный, блядь. Варианты есть, как бы, да, там, подпристроить тебя куда-то. Ну, тут твое решение. Ты захочешь или нет? Ты последнюю неделю здесь ходил вообще, для тебя не докричаться. Ну. Ты помнишь, как ты мыться ходил? Полтора часа я тебя заставлял, блядь. Ёпта. Бля, Сарёк, ты мне во сне пиздец, сколько раза три на. Во сне я ему снился. Я тебя, блядь, заебу и во сне, ну. Так дело не в этом. Подзатыльник ты мне дал. Подзатыльник? Да. Я во сне, в своем сне, блядь, придумал такое, что ты завтра... Это хуя. Сигарет у тебя нету, да? Есть. Есть? Сашка. Ну, пока все есть, понимаешь, да? Денег 1700. Это не сразу их надо проесть, пропить. Ну. Саша, растянем, насколько я хватит. Я вообще ничего никому не скажу. Да. Да уже все знают, я в Ютубе, там меня за эти донаты, блядь, заебали нахуй. Типа я их трачу на себя там и все такое. Да. А, ну то есть ты как бы отмазался, получается? Да, да. Нихуя себе. Ты я... Да, я сейчас видео сниму, выложу сразу. Мне позвонили уже, сказали, космос тут нарисовался. Уже видели, что ты на лавке спал, где бычин дом. Я не спал, я лежал. Ну, лежал. Ну, видели же, было. Все мне уже сообщили, понимаешь? Я думал, опять эту хуйню какую-то. Скорую. Потом бах, и знаешь, отпустило. Вот так же резко, как, знаешь, как зубная боль. Боха пропала. Там говорят, где-то в, это, в Химках есть какой-то типа, да, открыли, да, типа дом престарелых, что-то такое. Но там опять надо разговаривать. Пенсии у тебя нету, нахер ты кому нужен? Берут-то с пенсии, чтобы от чего-то толкаться. Да. И чтобы им копейка. Ну... Пенсию тебя забирать будут, а тебе баланду будут кормить. Тоже не вариант. Вот этот в Лобне вариант. Ну там, ну, долго ты там, наверное, не сможешь. Пару недель отлежаться, прийти в себя, настроиться, именно настроить самого себя психологически. Что умирать, Саш, рано. Саш, я тебе говорю, если бы не ты, да, вот я вот, ну, лежал по себе, да, часто вот думал. Я вот так вот думал, блядь, вот если бы не ты, вот именно своей, так, вот так поступай, так делай, так вот, направлял бы меня, блядь. Я бы с ним, блядь, уже,
лежал в 10 секунд. Мало нас осталось, космос. Я знаю. Ну, поэтому так. Я сам немного на ноги встал, тащу всех по чуть-чуть, насколько хватает сил. Ничего не краю, сам знаешь, как я здесь на улице жил, кем я жил. И сейчас мне не западло прийти и руку подать, поздороваться. Санька, что, тебя? Там просто хайпуют, понимаешь, хайп, новое для тебя слово. Для меня? Да, зарабатывают на вас деньги. Никто не будет вас тащить куда-то там, помогать. Пришли, сняли. Им интересно, что ты голубям голову откусываешь, что ты клей нюхаешь. Им это интересно. Интересно, когда ты бухой, когда ты кого-то бьешь, когда тебя бьют. Вот это им интересно. Никто тебе не принесет ни куртку, блин, ни носки. Нет, я сейчас на работу срочно вызвали. Часа на три я поеду на работу. Мне твои камни, блядь, снились. Камни? Ой, нет, да. Почему камни? Не знаю, короче, я камни перебирал. Ты мне их показывай. О, вот эта хуйня золотая. Не набухивайся ты в слюне. Ну взял эту полторашку, тяни ее до вечера. Как смогу. Ты видишь, я тогда оттуда ушел. А что там, кто там есть? Что за толпа? Черный бомжик? Черный бомжик, еще там какие-то три левых, блядь. Потом Маша это. Маша здесь? Да Маша это. Маша, Саша, Безголова. Маша? А, без договора, ну. Сейчас пойду посмотрю. Короче, вот так вот, ребята. Вот наш космос. Передает вам всем пламенный привет. Респект, всем. Опять мне приходить каждый вечер, наблюдать за тобой, где ты, что ты, как ты. Ну ладно, что-нибудь, что-то надо придумывать, куда тебя девать дальше. Я ей написал смс-ку, говорю, вам вообще безразлично, что ли, судьба, космос, ну, Аданькина. Вот, она не ответила ничего. Я смс-ку написал, а трубку она не берет. Я сколько раз набирал. Трубку не берет. Так вот. Так, ты когда время выведешь? Просто в один комнату, когда у него будет остаться на Риму. Не 3-4 дня, а хотя бы месяцок там. Надо будет ездить ко мне в деревню. В деревню, я понимаю, отправить туда тебя просто. 1000 рублей, и ты там. А что ты там будешь делать? Так вот и весь вопрос. Я сестре то же самое задал. Я говорю, Ир, вот смотри, базар нет, я приеду туда. Ну, приеду. Я хорошо, сейчас весна. Я хорошо. Да, вот сейчас можно ехать, пока лето. Живу, да. Грибы, ягоды, блядь, соседские куры, хуёвы, блядь. Это я без проблем.
А зимой что это? Трава на пыли, блядь. Все там, блядь, хуй пойми, там, блядь, лет пять. Ну, там сейчас работа, ёбнется. Дом в порядок приводить, вокруг. Ну, все позаросло, обкашивает туда-сюда. Огород. Ой, блин. Там беда вообще. Еще уханешь. А? Уханешь. Я 130 дней не пью, ты забываешь. Нет, я не забываю. Или ты меня провоцируешь? Нет. Вот ты хотел сказать, блядь. Ты не подумал, что я провокатор. Ты решил как надолго? Надолго бросить пить? Да я хер его знает, как получится. Вот пока не пью. Дай бог тебе. Вот только единственное, блядь, вести компанию. Я вот раз пить, если я как-то не из-за того, что там знаете, там что-то помогает, а именно тебя как человека, как лично тебя уважаю. Спасибо. А остальное не падай, пока при памяти, вот сядь сейчас один, задумайся, что дальше, что? В Мордовию тебя отправить, 6 секунд. Я знаю. Хочешь, давай, наберем денег, я там зарплату получу туда-сюда, может, кто ребята там что скинут. Давай поедем, посмотрим, что там. На 2-3 дня смотаемся. Ехать, блин, 7 часов. Приехали, посмотрели, я там помогу, что, обкосить двери, замки, все это посмотреть быстренько. Пройдемся по твоим, там, кто там остался, родственники, соседи, знакомые. Ну, помогут, не помогут, погреют, не погреют, кто там семян картошки даст, посадим. Не знаю, как быть. Прописку там сделаешь, может, что с этим. С инвалидностью. Инвалидность по глазу, понимаешь, ее хер получишь. Надо по общим заболеваниям или как-то, чтобы какая-то копейка у тебя была. Старт. Я разговаривал, короче. Группу по общим заболеваниям. По глазу это очень тяжело. Это надо башлять. Понимаешь, а чем башлять? Откуда взять? Ладно, будем решать. Пойду я на работу. Здесь я, короче. Вот так вот, уважаемые подписчики. Такая тема. На ловца и зверь бежит. Подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии. Какие мысли есть по поводу нашего космоса. Все читаю, всем отвечу в личку, в комментариях, пишите, звоните, всегда рады будем ответить. У кого есть возможность и желание помочь морально, материально и физически, пожалуйста, милости просим, никогда не откажемся от помощи. Всем спасибо, приятного просмотра, всего хорошего, добра.